Людмила, ну расскажи, как это для тебя было и что такое для тебя твой отец силы? Это было для меня очень глубоко, ёмко и эмоционально. Очень много информации, которую надо сейчас осмыслить, уложить все по полочкам. Текст силы для меня явился немножко неожиданным, потому что запрос у меня был другой, а результат, думаю, что он будет синхронизироваться с текстом силы. И вообще для меня текст силы теперь будет как мантра, как ресурс, как помощь жить дальше. Спасибо. Большое спасибо всем участникам группы и большая благодарность Лее за этот семинар. Спасибочки.